Вот приехал авторский надзор, две девушки, два парня с проектом в руках, проверяет вот укладку арматуры, вот. Потом им уже дадут разрешение на заливку бетона. Вот, авторским надзором эти две девушки, они в соседний дом приходили, и два парня. Так что контроль здесь хороший. Вот они сейчас обсуждают, проверяют, метром ходят, все измеряют. Ну, как и у нас, авторский надзор. Укладку арматуры, самое завязывание арматуры, шаг арматуры, сколько, что, почем. Ну, кто строитель, тот знает, что это обязательно надо для сейсмостойкости здания. Вот они стоят, вот они. И каждый раз они будут подниматься. Вот этот сейчас этаж они закончат, зальют. Потом на следующий этаж поднимутся. Вот. Так же будто пока не закончат. Вот. До четвертого этажа, потом уже. Это не их проблема уже. Стены, как будут заливать. Вот такие дела.